хотел, чтобы народ входил в его дом с радостью в сердце. Михаил Мишустин прибыл сегодня с рабочим визитом в Орел. Там он посетил... На пресс-конференции 6-го года. И работы до сих пор не завершены. Глава правительства назвал это безобразием. Хотел как можно скорее закончить строительство. Мишустин сказал губернатору... Отношение свободы допускает в определенном ряде... Кубанские ученые, а потом продолжили люди, которые вместе с Родченковым работали.